В четверг инспекторы ГИБДД начали рабочий день с патрулирования пешеходных переходов. 17 экипажей разместились вблизи наиболее аварийных зебр города. Еще 4 следили за опасными переходами у школ и детских садов. Причина пристального внимания к пешим участникам дорожного движения – участившиеся случаи наездов. Вчера произошло 4 наезда на пешеходов, все в зонах пешеходных переходов. В результате данных происшествий 6 пешеходов получили травмы тела, из них 2 ребенка. Позавчера также произошло 3 наезда на пешеходов, 1 в зоне пешеходного перехода, 2 пешеходы сами нарушали правила дорожного движения. Один из таких случаев закончился летальным исходом. С чем связан всплеск аварийности? В первую очередь, уверены дорожные полицейские, виноваты погодные условия. Скользкое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь автомобиля в несколько раз, а водители зачастую выбирают несоответствующую погоде скорость движения. Но не только автолюбители провоцируют наезды. Немало случаев, когда пострадавший пешеход и есть виновник аварии. Многие пешеходы переходят дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. То есть, не доходя до пешеходного, они считают, что здесь им удобнее, и переходят дорогу. При этом они не учитывают тот момент, что автомобиль не может, во-первых, остановиться мгновенно, ему необходимо пройти определенный тормозной путь. Во-вторых, в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, пешехода попросту не видно, особенно если он одет в темную одежду. И таким образом происходят наезды на пешеходов. При переходе проезжей части по пешеходному переходу тоже многие пешеходы забывают соблюдать правила, а именно убедиться, что транспортные средства останавливаются и пропускают. Всего в ходе утреннего рейда было выявлено 10 нарушителей, которые в зоне действия зебры не предоставили преимущество пешеходам. Штраф за это составляет 1500 рублей. А вскоре инспекторы планируют взяться и за самих пешеходов. К тем, кто нарушает правила перехода проезжей части и не платит штрафы, нагрянут судебные приставы. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.